Привет, я Алла Рамазанова, мастер перманентного макияжа из Беларуси, из города Минска. Эти три дня я провела на Global Permanent Makeup, и я не могу не высказать своего восхищения организаторам. Собрать на одной площадке такое количество мастеров – это огромный труд. И опять же, интерес, который проявили посетители этого мастер-класса, этих мастер-классов, этого конгресса, я тоже слышу обратную связь, и я слышу только положительные отзывы. Мы приехали, команда из Беларуси, наши девчонки забрали все первые места, поэтому у меня дополнительная гордость за наш уровень, за нашу страну, хоть она и маленькая, но... Мастера у нас крутые, да. И хочу отметить, что, конечно же, для меня, как для спикера, в первую очередь мероприятие – это встреча. Встреча с моими близкими, родными людьми, по духу родными, с которыми мы видимся только на профессиональных мероприятиях. Это Женя Денизари, это Елена Белинская, это Алла Рамская и многие-многие другие. Поэтому для нас это праздник, это теплая встреча. Ну и, конечно же, профессиональный уровень информации. Мы сами каждый раз прокачиваемся, растем. И поэтому я рекомендую вам посещать это мероприятие. И, конечно же, встретимся на следующем Global Permanent Makeup.